Остановить насилие на востоке Украины и освободить захваченное здание призывает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Ситуацию в Украине она обсудила сегодня в Берлине с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Он, в свою очередь, призвал все стороны конфликта к немедленному выполнению женевских договоренностей. Крайне необходимо, чтобы насилие прекратилось, освободили захваченные здания. Чрезвычайно важно, как я уже отмечала, чтобы мы увидели работу Верховной Рады, ведь это то место, где представители Украины могут работать сообща.